Друзья, мы продолжаем. Нам удалось практически полностью добавить продукты. Ну, не все еще здесь они идеально размещены и отображены. Но, тем не менее, уже какая-то витрина у нас набирается. Видно, да, что не отображается. Сайт стал уже как-то, конечно, более симпатично выглядеть, но это еще не все. И сегодня перед нами стоит важная задача заполнить схемы товаров. Мы запрограммировали при создании сайта и написании технического задания цепочки товаров. Значит, в чем суть? Сейчас мы, да, посмотрим, что все ёршики отображаются, все у нас видно действительно. Ёршики такие, ёршики такие. Все у нас видно хорошо. По 25 упаковки. Флосса. Это надо поправить, что здесь 5 продуктов должно влезать в строчку, а тут всего 4. Столбик точнее. Но это уже известная проблема. Мы ее записали себе в список задач. Вот это, да, аксессуары и маркетинг. А в разделе продукции вот здесь в самом низу есть такая схема, да, по-другому и не назвать. Это группа товаров. Вот мы сейчас заполним ее. Значит, в админке это называется схема подсказка товаров. Базовая гигиена. Давайте зайдем и посмотрим в подстраницах, что у нас вообще тут есть. Базовая гигиена. Вернемся, да. Значит, наша задача сейчас будет перекатать всю таблицу полностью вот сюда. Базовая гигиена. Выбираем.